Друзья, всем здравствуйте! Вы на моем любимом канале. Всем привет! Кто давно со мной, кто только пришел. Напоминаю, вы на канале с Аленой. Здесь мы говорим про красоту, долголетие, молодость и профилактику. И сегодня хотелось с вами поделиться некоторыми находками, которые могут помочь укрепить ваш иммунитет. Ваша иммунная система напрямую зависит от некоторых условий, которые происходят в вашем организме. И если вы сочтете важным и нужным, вы отметите это видео лайком, поставите комментарий и, конечно же, напишите под видео, чем оно было вам интересно, полезно и насколько это для вас было важным. Иммунная система, друзья, пишут, можно ли ее поддержать. У нас у всех есть какая-то там иммунная система, которая находится напрямую в нашем кишечнике. Если что-то там происходит не так, если мы не имеем достаточного количества белка, антиоксидантов, аминокислот и витаминов с минералами, то наша иммунная система начинает постепенно страдать. И у меня прям спрашивают, а можно ли чем-то себе помочь. Да, действительно, прогулки, движение, общение, все это классно, круто и здорово работает, но есть еще некоторые хитрости, которые я вам в этом видео расскажу. Смотрите внимательно, обязательно до конца. Я буду давать нутрицептики, которые вы можете попробовать и действительно убедиться в их качественном улучшении вашего состояния. Если вы чувствуете, что только-только заболели, то здесь на помощь приходит что нам? Подарка, приходит суперкомплекс, приходят постилки с цинком и обязательно приходит алоэ вера, буплерум, защитная формула и чай. Вы скажете, Ален, ну сколько ты перечисляешь? Именно то, что я вам называю, работает как антиоксидант, как гепатопротектор, как витамин, как минерал и как помощник вашему кишечнику. Мы знаем, что там ваш иммунитет. Что еще нужно? Я бы рекомендовала действительно пчелиную пыльцу, я бы рекомендовала буплерум, поддержка печени. Это супер трава, которая работает как просто лучшайший такой микроэлемент, который поддерживает ферментативную даже способность. Кардиоцепс, друзья, классно влияет, я пробовала на себе. И, конечно, хлорофилл жидкий. Если вы понимаете, что вот прям заболеваете, то вам нужно ликвидировать стрессовое состояние организма. И здесь мы начинаем попивать хлорофилл, друзья. Это важно. Плюс грипайн с протекторами. Что это вы делаете? Вы начинаете, во-первых, усваивать питание и работаете на допереваривание той пищи, которая поступила. И также, друзья, лимфатик-дренаж. Если вы много сидите, вам необходимо, чтобы ваша лимфатическая система достаточно хорошо справлялась со стрессом. И здесь лимфатик-дренаж вам просто в помощь. Листья оливы, плюс, друзья, что еще? Суперкомплекс, конечно. И все, что я назвала, вы можете постепенно включать и получать это из продуктов в капсулках. Вы не можете за целый день съесть килограмм апельсин, килограмм мандарин, выпить все там лактоферины, все сделать. Но в капсулах это сделать проще. И здесь вы поработаете и с иммунитетом, и с нервной системой, и с состоянием вашей психики. Я вас очень люблю, желаю вам здоровья. Под этим видео я прикреплю скидку, по которой вы можете приобрести данные продукты и начать их уже сегодня использовать. Надеюсь, видео было тебе полезным.